что обучаться в университете, получая высшее образование, увлекательно и полезно, знают все. Но сегодня мы приведем некоторые факты, доказывающие, что за 5 лет, потраченных на учебу, вы не только узнаете много нового, но и, возможно, слегка поглупеете. Университет – это учреждение, где процесс обучения осуществляется в коллективе. Не хватит ни времени, ни ресурсов, чтобы обучать каждого студента отдельно. Так что в конечном итоге создается группа из 20-30 человек. Однако групповое обучение не делает нас умнее. Исследователи из Института Вирджинии попросили студентов пройти тесты на IQ сначала индивидуально, а потом в группах. Так вот, во втором случае результаты были значительно хуже. Идем дальше. Доктор Джеймс Левин из клиники Майо провел ряд тестов, чтобы узнать, как длительное сидение влияет на здоровье человека, и результаты получились весьма неутешительные. Сидение на одном месте весь день снижает умственные способности. Хотя основной задачей было понять, как долгая ежедневная неподвижность влияет на увеличение веса, обнаружилось, что у людей, которые сидят на месте более 2 часов в день, существенно снижается обмен веществ – фактор, непосредственно связанный с когнитивными способностями. Наверняка быстро переключаться между текущими делами пробовали все. Напряженное расписание занятий в университете заставит любого студента попытаться сделать несколько вещей одновременно, что совершенно не способствует успеваемости. При попытке делать несколько дел одновременно, качество выполнения каждого из них значительно снижается. Далее, как это ни странно, идет бег, который становится все более популярным среди молодежи. Но для учебы увлечение бегом может стать помехой. Бег трусцой в городской среде или в любом месте, где в той или иной степени присутствует загрязнение, уменьшает способность воспринимать новую информацию. В Брюссельском университете поделили бегунов на 2 группы. Одни регулярно бегали в городе, другие – за город. Выяснилось, что у городских бегунов заметно снижена концентрация внимания и реакция. Ну и, конечно же, стресс, который является обычным состоянием всех студентов. Вы постоянно находитесь на виду, ваше будущее зависит от ваших оценок, и вам часто приходится скрывать свои действия. В такой обстановке адекватно реагировать на стрессовые ситуации становится все труднее. И необходимость постоянно вставать рано или проводить бессонные ночи, готовясь к лекциям, также может снизить ваши умственные способности. Недостаток сна может иметь долгосрочные последствия. Статистика показывает, что большую часть времени в университете мы проводим, слушая чужой монолог. Так мы учимся. Хотя этот способ обучения снижает нашу способность принимать разумные решения. Так что, перефразируя Гамлета, учиться или не учиться – вот в чем вопрос.